Привет, мои дорогие. Привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Гера, наш Гера в Ведьмаке первом. Итак, Гера наш... Ворота заперты. Да. Для начала разреши проблему с этой тварью. Ты понимаешь, вопрос безопасности. Зараза, Велерат нас запер. И что теперь делать? Теперь нам надо как-то пытаться разобраться действительно со стрыгой. Так, это у нас закончилось. Я так понимаю, это ее жертва. Ну, может быть и нет. Но тащила она сюда действительно много всяких парней. Так вот, чтобы разобраться со стрыгой, надо нам здесь быть в... полночь, я так понимаю. И мы к этому не совсем готовы. Ладно, давайте думать. Так, здесь у нас что, костер? И здесь у нас костер. Это значит, что в принципе, мы можем здесь разобраться и... ой. Переночевать и так далее. А где сам склеп-то? Подожди, вот этот вот. Ну, вроде как, да. Кроме всего прочего, по большому счету, здесь у нас где-то был камешек перемещения, насколько я помню. И вы мне писали комбинацию, но я уже ее забыла. Спасибо вам большое, конечно, что писали. Но на самом деле, я так понимаю, что... игра не предусматривает того, что мы отсюда сейчас вот сольемся. Ну, а раз игра не предусматривает, то мы непременно это попробуем. Вот где он только был, я не помню. Где был этот камень? Ладно, найдем. Не такой большой склеп тут у нас. Стерчик. Бревнышки. Ага, вот он. Так, камень путника. Значит, Игни и Арт, вы мне говорили. Давай попробуем Арт. Арт. Где там у нас было Игни? Игни? О, сработало. Честное слово, наугад взяла. А где мы оказались? Карта. О, как интересно. Мы оказались в какой-то другой локации. Блин! Цеметавр? Цеметавр, так. Хе-хе, какие лапы. Кера, нам вообще-то надо вот это вот. Рандит, наверное, взять. Руки-то. Вот, и... ну, групповой пока не надо. Ах, как классно, да, можно покрутить, посмотреть. Вот вы мне говорите, почему я на паузе переключаю. Да потому что это интересно. Все? Все. Челюсть. А нужна ли нам та челюсть? Уже вроде как и не нужна. Я не вижу тут для нас чего-то интересного. Все такое закрытое. Пылающая роза. Вот, чье это подземелье. О, да, весело. Так, как нам отсюда выйти? Камень путника.
Что мне подсказывает, что мы отсюда не выйдем, да? То уж коль заперли, то заперли, так? Или. Угу. Не, ну как-то они сюда входят, значит, должен быть и выход. Да, пылающая роза. Василиск. Гробница святого Георгия. Господи! Где ты есть, Гера? Охо-хо, охо-хо, новый уровень у нас. Василиск там, Василиск. Пегер Василиска. А, все, да? Шкурка Василиска. Слушай, а что это такое? Желтый метеорит, елки с палками. Ну и ладно, нам по большому счету эта шкурка-то и не нужна. Если уж на то пошло, да? Так, и место силы. Летание святого Георгия. Ну, как интересно. Так, подожди, Геральт, тогда давай-ка освобождать место. Мы его освобождали. И опять набрали каких-то странных вещей. Что за летание? А, это квестовый предмет. Руна камень Бода. А, временно придает клинку магические. Давай его тоже так вот возьмем. У нас дофига всего этого. А ну-ка давай почитаем, что это. Летание святого Георгия. Вечный огонь, наполни сердце мое мужеством. Вечный огонь, избавь меня от мерзости. Вечный огонь, сожги меня, если недостоин я. В пламени рождаемся мы и в пламени умираем. Благословенный горящий в вечном огне. Сталь закаляется в огне, металл куется в огне. Вечный огонь оградит нас от зла. Праведность наша и жертва наша будет защитой нам. Вот вечный путь в начале самоотречения. Ой, натики. Натики — это всегда весело. Мы нашли место силы. А что мы будем делать? Магии? Ну давай. Проведем ритуал магии. Усилили мы себе. Ну а почему бы нет? Так, хорошо. Сюда-то мы пришли. А, тут какие-то есть останки. А, это тот самый Василиск. Ну, нет, ладно. Мне место еще нужно будет. Итак, окей, здесь. Ну и все. Очевидно, к этому месту перемещения куда-то еще можно перейти. Но нет. Что ж, как ни крути, придется возвращаться в склеп. Стрыги. Но зато мы посмотрели на убежище пылающей розы. Еще раз обегу, мало ли где-то что-то я пропустила. Но не похоже. Наверняка, если бы мы играли за пылающую розу, мы бы сюда попали, я так думаю. Потому что вот и летания эти. Тоже квестовый предмет. Ну, увы, увы. Больше ничего нету, да? Больше ничего нет. Ладно, так, как мы его делали? Арт, да? Арт. И... Игни. Сейчас, погодь. Бах.
И мы опять в склепе, да? Угу. Да, Гера, как ни крути, придется нам сидеть. Ой. Придется нам сидеть. Так, ну что ж, сидеть так сидеть. Давай-ка мы посмотрим, что мы можем тут выкинуть. Лента, мешочек с солью. Почему я их при себе держу? Да потому что... Слушай, может быть мы... Что вот это такое? Неизвестная бомба. Слушай, я ее выброшу. Я понимаю, что ее можно, наверное, куда-нибудь дорого продать, но... Как-то не очень. Так, во-первых, мне надо сделать кошку. Во-вторых, мне надо сделать побольше ласточек, я так понимаю. Эти все метеориты. Классные. Клыки Фледера. А, и еще клыки Фледера. Нафиг. Вот, у меня уже три места есть для того, чтобы сделать себе что-то. Ну, в принципе, можно вот эти вот мешочки-то все убрать. И ленточки. Ну, вы правы. Поставить сюда, не знаю, кольца, чтобы место освободить. Так, книга грома тоже можно на самом деле выбросить, по большому счету. Ай, выброшу я ее. Я ее прочитала. Я ее прочитала. Подожди, Гера, дай-ка еще раз возьмем книгу грома. И еще раз я ее открою на всякий случай. Гром усиливает параметры, тролливали. Все, прочитали, выбросили. Вот, теперь нам места, в принципе, должно хватить. Я так думаю. Поехали. Нам дали новые таланты. Итак, чего я хотела? Я хотела... Слушай, арт у нас... Ну, я не хочу сейчас тратить на арт эти самые серебряные таланты, потому что я бы вот тут вот в наших основных что-нибудь бы подкачала. Только если ведьмак под действием кровопотери. Не, не надо... Силы у нас все нормально. Так, с ловкостью. Уклонение. Так, сейчас посмотрим. Выносливость тоже все нормально. Интеллект. Очищение в местах силы. Бомбы. Ну, я уже не пользуюсь бомбами, поэтому, в принципе, не особо мне это надо. Давай-ка попробуем что-нибудь в ловкость вложить. Вот, уклонение себе сделаем. Так, и давай перейдем теперь на мечи. Нам предстоит биться с людьми, в принципе, в финале, я так понимаю. Поэтому надо, наверное... Быстренький прокачать. Так... Теперь групповой. Тут, в принципе, у нас все нормально. А силовой... Давай сюда добавим. Так, серебро. Быстрый, силовой. Я бы сюда тоже добавила. Бывалый ведьмак. Итак, все распределим сейчас. Ничего. Я думаю, что мы еще уровни заработаем. В конце концов, это еще не конец нашей песни. Так вот, с Ардом нет, с Игни нет, с Квеном. Квен у нас что? Ага. Ирден. Акси. Акси этот, который обман, да? Вызывает страх, мощность знака. А, тут я не могу. Снижает иммунитет к очарованию. Очаровашка-то мой. Страх, я не знаю. Так. Квен. Иммунитет к кислоте. Давай возьмем.
Не пользуюсь я этими самыми знаками, но, собственно говоря, куда-то надо распределяться. Так, это все хорошо, теперь давай займемся алхимией. Итак, нам нужна была кошка. Вот. Со смерти, да-да-да-да-да. Вот этого вот у нас полно. И киноварь. Это ж киноварь. А, квербит, ой, елки, сейчас бы я наварила зелий. Чего у меня тут много? Грайвера. Еще раз грайвера. Так, это была кошка раз. Давай-ка, наверное, сделаем ласточку. И КЛЛ, ласточка, так. Угу. Как мило горит огонь. Потрескивает. Это что такое, эфир, да? Так, в чем там у нас эфир? Что это такое? Толченый жемчуг? Давай сюда. Место освободим. Вот. Ну что, еще сделаем кошку? Я думаю, что хватит там места для кошки. Слушай, а вот эта вот жимолость, она же мне уже нафиг не нужна. Да, надо было, кстати, ее использовать. Или нужна будет эта жимолость? Я фиг ее знает. Ладно, оставим пока жимолость. Так, ну вот, и медитировать мы будем до полуночи. 10 часов, однако. Или до заката. По-моему, до полуночи. Да посмотрим. Так, Геральт. Во-первых, никто никуда не идет. Где ласточка у меня? Должна быть где-то ласточка еще. О, блин, как страшно-то. Страшно-то как? Страшно-то как? Ну что, посветлело у вас? У меня так вроде посветлело. Давайте-ка я сделаю сохранку. Пошли искать стрыгу. Мне ее убивать нельзя. Вот в чем проблема. Дай-ка посмотрим. А как делать? То есть, теоретически, я знаю, что надо вроде как продержаться до утра. То есть, мы здесь должны бегать до утра. Где она? Где-то рычит. Так, здесь тоже костер. Ага. Здравствуйте, девушка. Гера, побежали. А? То есть... Покинутая девушка. Она бежит за мной. А как у нас там со здоровьем? Гера?
Мы будем бегать вокруг саркофага. Ой! Ой! Гера! Гера! А чем мы так замедлились-то, Гера? Гера! Подожди, Гера, что-то у нас не то. Может быть, Квен? Гера, беги давай! Слушай, это все очень классно, а... Час ночи. Я надеюсь, время как-то проходит или нет? Давай все-таки арт. Как? Я ж... Та самая... Это... А! Тебе сюда нельзя. Тебе сюда не... Нет, можно. Смотри-ка, можно. Где там ее склеп-то? Нет, это не твой склеп. Нельзя, чтобы она меня ловила. А, черт. Гера, нам надо с тобой, наверное, выпить что-то. А, черт, как она сзади-то скачет. Блин. Так, подождите, девушка, я запутался. Где тут ваш склеп-то? Где тут ваш склеп? А время идет, интересно, мне вот чисто так. Теоретически интересно. А, ее склеп здесь. Геральт! Геральт! Да блин! Так, нам нужен явно Квен, которого мы не зря прокачали. Так, подождите, мне на право. Может быть, мне сюда залезть как-то надо? Так, подождите, подождите, мадам. Понял. Я вас понял. Итак, время-то идет. Час 30. О, это будет та еще ночка. Стоп. Мы пошли не туда. Может, мне надо как-то свечи задуть, я не знаю, там еще что-нибудь сделать. Мадам, мадам,
Мы с вами так мало знакомы. Хотя нет, сад, это мы знакомы, прямо скажем, плотно. Мне не нравится эта история. Мне не нравится эта история. Потому что это очень долго. Это все слишком долго, такие бега. Может, мне улетучиться? Ой-ой-ой. О, мыши полетели. Так, что со временем? 2 часа. Ёлки с палками. Не, ну я вам скажу, это задание-то то еще. Отстаньте, отстаньте от меня, мадам. Так, я опять заблудилась. Ага, мне прямо. Я все надеюсь, что что-нибудь как-нибудь около ее этого склепа решится, и она туда все-таки залезет. Ага. Я подозревала, что это будет. А меня тут нету. А меня тут нету. А меня тут нету. Летите, желуди, летите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот Гера, вот Гера, вот что, что с тобой не так? Замедляется. Он еще что-то. Давай опять квен, что ли? Как только у нас что-то отойдет. Вот. Я постоянно пытаюсь войти не в ту сторону. Блин, компот, ой-ой-ой. Это она нам дала. Гера, вставай. Это было больно. Но сильно она нам, кстати, не наносит урона. Так, что со временем? 2:30. Господи, как все долго. Ну, я не знаю, друзья. Ну, вот такая игра. Что делать? Ой. Так вот мы и жили. Во сколько у них тут рассвет наступает? Та-ри-та-та, она у меня совсем за спиной. Она совсем за спиной. Гера! 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 Опа. Это здорово. Это ты здорово придумал. Так, знаешь что? Давай-ка ты на всякий случай все-таки ласточку выпьешь. И беги. А то она что-то рассвирепела, а мы застряли. Ага. Что-то я не то хотела. Я хотела время посмотреть. 3 часа. Да, друзья, это будет такая веселая серия. И я вам вот что скажу. Я надеюсь, что я все правильно делаю.
Потому что если нет, то вторая ночь побегушек. Ай-яй-яй. Твою ж дивизию. Гера, вставай, 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 вставай. Ну, ласточка работает, окей. Ай, так. Да, зря мы такие круги наворачиваем. Она, собственно говоря, такие круги не делает. Так, все правильно. Прямо, прямо. И сюда. Нет, не сюда. Три тридцать. Пытка апельсинами длилась всю ночь. Нас плохо восстанавливается, Геральт. Наш этот знак. Так, наверное, и будем бегать из зала в зал, особо тут не петляя. Что я вам хочу сказать по прохождении этого этого сюжетного экзерсиса? Весело, наверное. Но опять же, как я и говорю, я не уверена, что я делаю что-то правильно. Может быть, это все напрасно. Гера, только не застревай. Там же как было? Было так, что он забрался в саркофаг, но он забраться в саркофаг не может. Ага, ага, ага. А, у нас хитрец начинает. Так, и... Неужели? Лезь давай в свой саркофаг. То есть, Геральт, Геральт, очнись. Или что это было? Я могу что-нибудь там взять в саркофаге, нет? Четыре часа. Слушай, наверное, вот именно здесь и надо бегать вокруг этого саркофага. Наверное, это вот единственное, что мы правильно делали. Там какая-то часть ее улетучивается в саркофаг, да? Уже скоро рассвет. Если я собираюсь убить ее, у меня времени все меньше. Я не собираюсь убить ее. А, свечки гаснут. Ну, игра, ну нельзя же так.
Вот оно что. Не надо было выбегать из этого склепа. Надо было тут бегать вокруг этого саркофага. И все. Часик прошел. Что-то как-то у вас, мадам, звук забаговался, по-моему, нет? Ой. Ну давайте уже, часик, проходи. Последняя свечечка. Солнце встает. Еще несколько мгновений, и заклятие Стрыги будет разрушено. А, последняя свечка осталась. Черт, надо было ее задуть. Она медлительная стала с каждым часом-то. Да, смотри, уже не такая проворная. О, ну расслабляться рано, рано расслабляться, Гера. Рано. Все, утречка. Ой. Ада? Я должен поговорить с расколдованной Адой. Может, пусть поспит, а? А нам говорили, что что-то там это самое... О, смотри, саркофаг-то. Там что-то есть. В саркофаге что-то есть. В саркофаге что-то есть. И мне этого не достать. Ладно, давай с Адой поговорим. Мадам? Я... Где я? Ада, с тобой все в порядке. Что произошло? Все кончено, теперь все в порядке. Геральт. Не волнуйся, ты в безопасности. Я отведу тебя домой. Мои руки покрыты кровью. Я убила столько людей. Это была не твоя вина. Не думай об этом. Все позади. Я помню все как в тумане. Это было важно. Я спрятала что-то в саркофаге. Ты должен это увидеть. Хорошо, я посмотрю. Обними меня, Геральт. Мне так холодно. Лучше бы нам оставить эту холодную гробницу. Наверху тебе станет лучше. Мне вот сейчас интересно, когда говорил Геральт или Ада, там какой-то у локализаторов звонил телефон. Это не у меня. Так, подожди, а и где?
посмотреть в гробнице. А почему я не могу ничего посмотреть в гробнице? Или я уже взяла все из гробницы? А, я, по-моему, взяла все из гробницы. Подожди, да, мы ж брали там что-то. Пора выбираться из этого чертова склепа. Я нашел дневник. А, да-да-да, мы же еще в прошлой серии с вами нашли дневник. Так, доспехи. Так, и... Калькштайну. Давай-ка мы на стрыгу переключимся. Так, Гера, куда нам? Прямо... Вот чего тут сейчас только что было? Костер? Ага. А, да? Мне холодно. Ну еще бы в ночнушке бегать. Ладно. Подождем. А, да, это видишь, вот это все дело твоих рук. А, уже скелет. Там был скелет. Мне холодно. Как бы тебе не было жарко, Ада. Ибо за все, что ты тут натворила, пора тебе на костерчик. Ну, хотя королевская дочка. Мне холодно. Да, я уже поняла, что тебе холодно. Ух-ух. Ну? И? Ты запер меня в склепе. Очень мило с твоей стороны, Велерат. Прости, ведьмак. Приказ короля. Принцесса вылечилась. Ада, Велерат проводит тебя домой. Ведьмак, я уже во второй раз недооценил тебя. Как говорят, Бог любит троицу. Фольтес дал мне кое-что для тебя на тот случай, если у тебя все получится. Вот дьявол, зариканский семитар. Легенда гласит, что он закален в крови дракона, и он магический. Я знаю, что ты любишь простые лезвия, но он особенный. Тебе понравится. У меня есть доказательства, что кто-то намеренно превратил принцессу в стрыгу. Что за доказательства? Король пожелал узнать об этом первым. Хорошо. На этом все? Да, но нет, чуть не забыл. Король сказал, если ты захочешь искоренить болезнь, ты должен отправиться в старую усадьбу. Он сказал, ты поймешь, о чем речь. Я понял. Бывай. Прощай. Мы поняли. Так, я получил меч в качестве награды. Я расскажу королю. А, секундочку, какой меч? О-о-о. Подожди. Это Арандит. Это... Рунный сигиль из Махакама. Это... Дьябль. Так, 30-50. А что ж теперь делать? Мне что, выбрасывать свой этот самый, который я ковала? Меч из метеоритной стали. А как бы мне их сравнить? Итак, не, ну дьяволь-то я ж не буду выбрасывать. И сигиль вот этот. У него, кстати, тоже название. Почему-то здесь оно не указывается. Убивает любую броню противника. 30-50-25. 30-50-25. А если я возьму этот? Блин.
Ну, придется выкинуть его. Потому что я ж не могу его на меч, на место этого поставить. Он, конечно, крутой, но он простой. Он не... Клянусь честью. Этот... Ну, не коллекционный, скажем так. Поэтому берем дьявола, придется этот выкинуть. Вот это да. Вот это, Геральт. Даешь. Итак, дополнительно у нас рунный. Это у нас вот это. И это у нас это. Так, а что у нас лучше? Ну, дьявол, конечно, получше будет, как простое оружие, да? Придется оставить. Придется оставить наш милый мечик. Велерат. Слушай, Велерат, я тебе могу что-нибудь продать? Бывай. Зараза. А, да. Геральт. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о саламандрах. О, Геральт, этот ужасный профессор, это его вина. Он меня обманул, обещал власть и славу. Я не видела саламандр с тех пор, как его убили. Профессор не мог создать всех этих мутантов. Он никогда не говорил о маге. Однажды он пришел с этим отвратительным человеком, как его, Абдул, что ли. Профессор сказал, что он могучий чародей. Это все, что я знаю. Знаешь, где его можно найти? Увы, нет. Геральт. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о саламандрах. О, Геральт, этот ужасный профессор, это его вина. Профессор, однажды... Знаешь... Увы, нет. Так, ну это, в принципе, все хорошо, конечно, то, что нам Ада рассказала. Про профессора и так далее, и тому подобное. Но мне бы... Какого-нибудь торгаша бы. Мужики, вы не торгуете? Чаявшийся отец. Добрый господин. Прощай. Я ухожу в Редане. Там у них нелюди. Жизни больше нелюдям, работы не дам. Мне нравится эта озвучка, конечно. Ну, спасибо, что хоть такая есть. Не, ну просто пока, когда мальчишки озвучивают дедов, это всегда звучит забавно. А, что мы делаем? Я не могу. Я не могу отсюда оторваться. Почему? Потому что меч жалко. Ну да, видите, тут валяется мой мечик. Ой, там плавуны, утопцы и так далее и тому подобное. Ну, очевидно, оставлю его здесь. А что делать? А что делать? Придется. Вот. И более того, мне придется сюда вернуться или остаться здесь на ночь. Посидеть у костра и заняться... У нас же есть еще, знаете, кто? Сейчас мы с вами посмотрим на задание. Так, что я расскажу королю о своей находке, как только мне удастся с ним встретиться. Ага. Так, доспехи. Отлично, вкус мести. Я отправляюсь в старую усадьбу, там я найду то, что ищу. Король намекнул через Велерада, что мне искать... А, где искать саламандра? Это потом. Взимачьи секреты. Это то же самое. Вот, мне нужны бруксы. Мне нужен гаркаин. И мне нужна еще тут какая-то... Короче, брукса ходит, которая легендарная. Вот. И ее мне надо тоже прикончить. Так что, мужички, я тут с вами это посижу. Наверное, опять до вечера. А что так мало мне дали опыта? Всю. Дай сразу до полуночи. Промедитируем. Игра.
Игра. Игра нам не отвечает. Очевидно, игра зависла. Бывает так, когда идет какая-то подгрузочка, или, не дай бог, еще какая-нибудь кат-сцена, или еще что-то. Так что, друзья, наверное, мне придется на этом с вами попрощаться, а ловить Брукс и всех остальных я буду уже в следующей серии. И я очень надеюсь, что нам эти пляски со Стрыгой не придется повторять. Ну, хотя теперь, когда известно, как это делать, то это уже не страшно. Ну что ж, тем не менее, огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.